Однако, если решение вопросов в сфере лесного хозяйства пока требует больше консультативного участия представителей областных ведомств, то есть в Ирбите вопросы, которые не решить без финансового участия региональных властей. И надо сказать, на предложения и просьбы ирбичан чиновники и законотворцы откликаются весьма охотно. Еще одно тому подтверждение – встреча на прошлой неделе руководства Ирбитской школы номер 13 и заместителя председателя законодательного собрания Свердловской области Виктора Шепти. Он очень много уделяет внимания развитию спорта. Вот, конечно, я его пригласила в надежде на то, что он окажет нам помощь. А помощь школе требуется вполне конкретная. Сегодня учебное заведение испытывает острую необходимость в проведении капитального ремонта спортивного зала. Нам нужно сделать звукоизоляцию и поменять пол, сделать косметический ремонт и завершить окна, замену окон в спортивном зале. Вот тогда, я думаю, это будет уже зал, в котором можно будет работать и заниматься комфортно. И чаяния педагогов депутат готов оправдать. Тем более, что, по его мнению, физкультура и спорт занимают очень важное место в процессе воспитания подрастающего поколения. Спортзал – это всегда является ядром школы. Когда мы говорили о том, что в каждой школе предусмотрен несколько лет назад третий урок физкультуры, понятно, что нагрузка на спортзалы увеличивается, и ребята должны заниматься, конечно, в достойных условиях. У нас есть желание помочь 13-й школе, поэтому я как депутат, как заместитель председателя законодательного собрания, мы сейчас внимательно изучим тот документ, обращение, которое нам дали по поводу, в первую очередь, вот замены этих окон. И думаю, что у нас все получится.